Наш следующий материал позволит найти ответ на давний, как говорится, больной вопрос, куда деть отработанные автомобильные шины. Этим вопросом, пожалуй, задается каждый автовладелец. Конечно, им можно найти применение в хозяйстве, сделать из них, например, клумбы или же фигурки. Но это вредит экологии точно так же, если их, например, сжечь или закапывать. Выбрасывать в контейнеры тоже нельзя. С сентября этого года проблема в городе Твери решена. Для сбора отработанных шин сделали специальные пункты приема. Подробности у нашего корреспондента. Уж сколько раз региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами или ЦАХ объяснял гражданам, что отработанные шины не подлежат складированию на контейнерных площадках, что это общепринятые правила утилизации отходов. Но ВОЗ был и ныне там. В связи с этим в этом году было принято решение поставить специальные сетки, куда граждане могут складировать отработавшие свои автомобильные покрышки. Если раньше такая сетка подобная стояла только на нашей производственной базе на улице Волынской в Заволжском районе, то сейчас такие сетки для накопления шин мы расставили по всем районам города Твери. Установлено уже 6, будет еще установлено в Пролетарском районе и в районе Химинститута. Сетки для накопления отработанных автомобильных шин уже установлены в местах, согласованных с администрациями районов города. Вот такие сетки установлены во всех районах города. В Заволжском – на пересечении улиц Фрунзе и Паши Савельевы, в Центральном – на Головинском вале, в Московском районе – на зеленом проезде 45, корпус 10, и здесь, на улице Резинстроя, напротив дома 9, корпус 3. Это вот такая простая и просторная конструкция. Установлены сетки были на прошлой неделе. Кое-где уже появились первые отходы. Вывозиться автомобильные покрышки будут по мере накопления. Ну а далее их ждет новая жизнь. Их будут вывозить на переработку. У нас шины состоят из резиновой основы, это полезный компонент. И современные технологии позволяют вот вытащить этот полезный компонент, переработать его. Эта крошка используется для создания разных покрытий, вот, к примеру, беговых дорожек на стадионе. Такое простое решение проблемы избавит автовладельцев от тягостных дум. Куда деть шины без последствий для природы и нарушения закона? Пока что контейнеры не полные, но ведь сезон, когда автомобилисты начнут переобувать своих железных коней в зимние шины, впереди. Поэтому актуальность такого решения тверичане еще успеют оценить.